Здравствуйте, подписчики моего канала и просто любители карт Таро Иллюминатов. Сегодня мы взяли эту колоду карт для того, чтобы рассмотреть ну, такой интересный расклад, который называется «Как он проводит свое свободное время?» Ну, без вас, да? Так, мужчина как личность, что он из себя представляет? Смотрим. Мужчина у нас любящий. Мужчина у нас яркий, такой капризный ребенок. Мужчина любит поспорить, повоевать, что-то подоказывать. Гармоничный. Может дать сдачи, может держать отпор, да? Как бы мужчина, которому нужно свое пространство для своих философских каких-то размышлений, полежать, подумать, помечтать. Но при этом мужчина такой занимающий пост и может, знаете, как бы принимать решения резкие, кардинальные, то есть двигаться вперед. Как он видит вас? Так, вы веселая, легкая, комфортная, любите животных, яркая, творческая, неординарная. Можете быть лакомым кусочком для других мужчин. Очень много он о вас фантазирует и мечтает. Вы такая, которая умеет зарабатывать деньги из воздуха. Вы все время находитесь в зарабатывании денег, и он считает, вы победительница по жизни. То есть всегда выходите сухой из воды. Как он проводит время? Так, он легко, комфортно может проводить в путешествиях, может находиться с животными, может быть в своей любимой семье с родителями, где, например, там есть какие-то племянники, братья, сестры. Есть определенные ограничения, то есть, скажем так, наложены его статусом, да, поэтому он проводит там, где проводит семья, например, да. Иногда желание просто отойти от всех и поразмышлять, подумать, принимать какие-то решения. Ну, то есть, как бы есть у него такие моменты, когда он хочет побыть один. Так, что он делает вечерами? Вечерами он плачет, расстраивается, разочаровывается. Это связано с вашими отношениями. Есть моменты, которые не дают ему возможности реализоваться в этих отношениях. Он из мухи делает слона, переживает, пытается взять сам себя в руки, думает о вас. Понимает, что его никто не понимает, бедненького, несчастненького, да? Но в любом случае он держит лицо. То есть он никому это не показывает, это он все один сам с собой. Так, чем он любит заниматься в свободное время? Так, ну вообще любит он как-то покомандовать всеми, да, показать свою власть, свой характер, поспорить. Любит заниматься творчеством, писать стихи, прозы, рисовать, там, я не знаю, петь песни, ну, то есть все, что связано с творчеством, отдаваться для души. Любит встречаться с людьми, любит заниматься благотворительностью, помогать кому-либо. Очень любит заниматься творческими делами, очень, да, то есть он любит быть ярким, он снимает где-то видеоролики для Ютуба, Инстаграма, все, что с этим связано, да. И очень много уделяет время семье, родителям, по своим традициям. То есть он любит вот эти семейные праздники и так далее. Вот кому интересен такой расклад, заказывайте приватный, и мы рассмотрим вашу ситуацию.